Время пошло. Поддержим участника, перелет углом. 360, двойной 360. Впереди вниз. Ласточка на одной руке. Внимание и поддержки нужно. Что-то типа Малтиса. Так, 360. Перо. 360 с обратным хватом. Малты с верхним хватом. Ноги врозь. Судья просит успокоиться участника. Кристалл впереди висит. Ласточка на одной руке. Сюда. Ставь под колен. Руки не наместили, нет? Давайте поддержим участника. Шаги в плане на шведской стенке. Отжимания в плане на шведской стенке. Итак, время заканчивается, и выступление тоже. Вперед проходит Соболовский Фамиль. Итак, выступим. 360, смаха назад. Легкие кувырочки. Передний вис. Поддержки и внимания! Ласточка и передний вис. Также переход на шведскую стенку и выполнение. Отжимание во флаге. Ходьбы во флаге. Передний вис. Ласточка. Ласточка на одну. Поддержки, поддержки. Мексиканка. Микс вылет. Шлепка антиворотики. Гробик. Впереди вис на предплечьях. Ласточка на одной. И скайлайн. Горизонт от пола. Переклады. И 360. Итак, время заканчивается. И снова 30-секундное выступление от Анны Филипповой. Поддержим! Поддержки! Итак. 360. Поддержки, поддержки! Что-то тяжело на площадке. Выход из турника. Мартилов. Шлёпка. Горизонтальный упор на согнутых руках. Неужели девушка второй раз? Чудо не свершилось. Но...
Отжимания горизонтальным хлопком сзади, за спиной. Молодцы с ноги вместе. Участник очень торопится и просит поддержки. Внимание! Фристайл в переднем висе. Очень энергичное выступление. Фристайл. Ласточки. Ласточка на одной руке. Подтягиваем ласточки на одной руке. Передний вис на одной руке. Так, пул малки с ноги вместе. Отдохнул в передней висе. И завершил свое выступление. Очередь Вовки. Бро, давай. Ну, давай. Внимание, поддержки! Внимание в горизонте. Лихо стойка на рукоходе. Поддержки! Буква Г. Горизонт, горизонт, ноги вместе. Так, ласточка, и подтягивай ласточки на горизонт. Поддержим Вовку. О, Господи. Снова фристайл, выжимаем по горизонте. Впереди по горизонту на одной руке. Малки с ноги врозь на полу. Внимание! Поддержим, поддержим горизонт от двух пальцев на турнике. Снова передний вис на одной руке. Попытка подтягивания передней виси на одной руке. Передний вис на двух пальцах. Время закончилось. Кстати. Владимир. Ложись на переходы. Итак, выход принца. Судя просит еще выход принца. Неужели будет выход ангела? Ласточка с круворотом и плеч. Выпущенными суставами. Так, Dragonflag. Выступление завершено. Судьи должны вынести решение. Тоже должен пройти третий этап фристайла. Так, кто же проходит вперед? Вперед проходит Владимир Масалов. Мы действительно пошумим. Поддержки! Полуфинал! Попытка горизонта на одной руке. Складка на турнике. Может, забрусь? Диван. Фулл-флажик подъем и фулл-флаж в стойку. Попытка ББГ. Горизонт разнохватом. Отжимание. Фулл-флаж разнохватом. Удивительные подтягивания в передней висе. Skyline. Итак, участник завершает свое выступление.
И очередь. Юра, давай. Жаркова Юрия. Давай, у тебя целая минута. Итак. Это фулл планш на двух пальцах. Фулл малтиса на полу. Подъемы и опускания. Фулл-планши и стойки. Стойка на одной руке. Снова комбинация в фулл-планши. Подтягивание в переднем висе. Ласточка на одной. Скайлайн. Передний вис. Ласточка и подтягивание в ней. Итак, время заканчивается. И 30-секундный выход Дмитрия Диганова. Аркадий что-то химичит. Поддержки! Висит в крестных ватах. Передний вис на одной руке. Очень сложный элемент. Фулл-планш верхних ватах. Намного сложнее, чем нижний. Фулл-планш широких верхних ватах. Подтягиваем виси на запястьях. Выход принца с ласточки. Поддержки. И еще один. Итак. Время должно закончиться. Уже. Юрка. Итак. Время пошло. Супер Олли на турнике. Горизонт верхних ватов. Передний вис. Поддержки 360. Full mountains. Выход принца. Снова горизонт. И горизонт с луны. Поддержки. Так, время закончилось. И пора узнать человека, проходящего следующий этап. Итак, будет реплика, дополнительный выход для каждого из участников, для объективного решения судей. Потом Юрий Жатков. Передний вис на одной руке, на одном пальце. Выход принца, подтягивание. И фулл планш. Так, 360 паха назад. Что-то типа фристайла в переднем висе. Подтягивание в ласточке. Ласточка на одной руке. Поддержки!
Шаги во флаге на шведской стенке. Отжимания во флаге. Итак, время заканчивается. Хорошо, хотел красиво, а? Так. Юрий нуждается в внимании и поддержке. Так, горизонт с крестным ходом. Зрелищный элемент. Full flange. Передний вис. Поддержки. Ласточка на одной руке. Снова ласточка на одной руке. Итак, горизонт алмазным хватом. Снова горизонт на брусьях. И особенно в нем отжимания. Выход в стойку. Передний вис. Теперь судьи как-никак должны вынести решение. Итак, побеждает Адиганов Дмитрий и проходит финал. Следующая пара состоит из Заболоцких Рамиля и Муленкова Владислава. Итак, смотрим на одноминутное выступление Заболоцких Рамиля. Кстати, ходят легенды, то, что Рамиль выступает под собственную музыку. Итак, full plunge. Перо. Передний поджатый вис на предплечье. Поддержки и внимание. Ласточка на одной руке. Подтягивание, ласточка на одной руке. Рабиль буквально засыпает в статических элементах. И следующее одноминутное выступление Муленкова Владислава. Итак. 56.6 KILL Radio. Итак. Пошло. Подъем в стойку. Горизонт, ноги в рост, отжимания в горизонте. Складка на брусьях. Передний вис. Передний вис снова. Горизонт и отжимания в нем. Что-то удивительное. Также удивительное подтягивание впереди висит. И Владислав заканчивает свое выступление. Теперь 30 секундный выход. Фулпанцы. В очень красивых чешках.
Фристайл в переднем висе. Махинации какие-то. Блин, отходим, отходим от снарядов. Отходим, отходим. Так, выходим меня с широким хватом. Монтаж. И горизонт на предплечье. Передний вис на двух пальцах. Подтягивание, передний вис на двух пальцах. Стойка отжимания, стойки на руках, на брусьях. Full plunge. Dead plunge. Так, участник заканчивает свое выступление. Итак, кто будет первый? Первым будет выступать Масалов Владимир. И вместе с вашей поддержкой и вниманием он начнет свое выступление. Поддержим! Стойка на перекладине. Флаг в стойке на перекладине. Передний вис. Так, масочкой подтягивание в ней. Ласточка на одной руке. Скайлайн. Горизонтное отжимание в нем. Поддержки. Full plunge. Так, Владимир заканчивает свое выступление. И Сережка готовится выступать. Так, перехват. И 360 с перехвата. Передний вис. Передний вис на предплечье. И простой. Так, флаг и отжимания в нем. Сергей завершает свое выступление. Следующий ход. Вовки. Итак, он готов. Время пошло. Та самая связочка. На тех самых турничках. О, что-то новое. Легко. Выход приза, поддержим! Итак, 30 секунд. Сергея Ковардакова. Yeah.
Ой, время пошло. Передний виз. Ласточка на дороге, переход в Skyline. Попытка дивана. Попытка импосила. Стойка на руках. И время заканчивается. И судьи определяют победителя. И финал проходит Владимир. В финале встретится у нас три участника, которые будут бороться за первое, второе и третье место. Первым будет у нас Адиганов Дмитрий, второй Карамиль Заболоцких и третий Маслов Владимир. Напоминаю, как будет все работать. Адиганов Дмитрий будет выступать одну минуту. После него одну минуту будет выступать Рамиль Заболоцких, после одной минуты Маслов Владимир. И так еще два раза. Аркадий, готов? Запускай. Дадим поддержки! Финал! Итак, Тулпла с очень мощнейшим вхватом. Жесткий Викториан Кросс. Фулл планш. Отжимания в нем. Достойно поддержки, ребята! Принц ласточки! Подтягивание в переднем висе. Оригинальные подтягивания по линии виси. Ласточка на одной руке и Skyline. Ноги вместе. Итак, время заканчивается, и Аркадий заканчивается элементом Мелтис. Ноги в стороны. Итак, Заболоцких Рамиль, ваша очередь, а также очередь всех посторонних отойти от снарядов. Итак, под собственную музыку выступает Рамиль. Супер фристайл в статике. Фулл флэш в стойку. Поддержки! Очень большое качество показывает. Только на одной руке. Горизонт, ноги вровь. Горизонт, ноги вместе. Издеваем про то, что у вас еще два батла. Точнее, еще 2 минуты и 2 выхода. Поджатый вис довольно долго. Вис с выключенными суставами. Ласточка на одной. Кейлайн. Итак, хват, телевизор. И участник завершает свое выступление. Пришла очередь Вовки. Дадим старичку поддержки. Поддержки! Буква Г в стойке! Горизонт, ноги в рост, ноги вместе. Отжимания в горизонте, ноги в рост. Без волны. Качественное отжимание. Так, и так, время еще идет. Передний подтягивание в нем. Так, подтягивание в ласточке. Время. Оно давно закончилось.
Смотрим, наблюдаем и поддерживаем. Ноги вместе. И приходом. Потягивай, Витя. Горизонт Луны. Так, передний виз и ласточка на одной руке. И время заканчивается. Рамиль Заболоцких. Итак, время пошло. Так, перелет углов. 360. Перо. 360. Палки с ноги врозь. Так, горизонт. Так, снова приставил шагами висе. Рамиль Заболоцких завершает свое выступление. И очередь Владимира Масалова. Так, время пошло. Солнышко. Классика. 360. Барчика еще. Ласточка на одну. Выход из-под турника. Сейчас будет принц. Поддержим! Дробик. Так. Итак, время пошло. Последняя минута, Дима! Аркадий, жги! Поддерживаем! Давай! Есть! Выход принца на двух пальцах. Full Maltese. Поддержим! Это финал! Перелет углов. 360. И кристальчик. Передний вес. Горизонт. И передний вес на одной руке. Итак, время заканчивается. И очередь Рамиля Заболоцких. Отжимание с плохом сзади в горизонте. Выход в стойку. Стойка на одной руке. Итак,
на запястье. Поддержим. Что за тишина? Передний вид широким, нижний хватом. Так, снова горизонт. И... Давай, давай. Поддержки, поддержки! Поспал? И последний выход на сегодня. Владимир Масалов. Итак, он готов. Просит музыку. Снова подъем. На столбе. Прыгать флаг. Поддержки! Отжимание в горизонте. Так, флаг с шагами, отжимание. Я вам определенно что-то не хватает. Это ваших аплодисментов, поддержки. Так, попытка выйти в стойку с горизонта. И время заканчивается. Судьи должны решить и распределить участников по местам. А пока напомню вам, то, что наши соревнования проведены благодаря Министерству молодежной политики, спорта и туризма Мариэл, Дворцу культуры имени Ленина, студии танцев и фитнеса «Реформа» и бренда «Вудова». Очень сложное решение дается судьям. Давайте попробуем проголосовать. Давайте так. Кто голосует за Рамиля, за Болоцкого, хлопаем. Кто голосует за Дмитрия Тиганова? И кто голосует за Вовку? Что-то непонятно, ничего, все равно. Я выиграл! Дайте мальчику пирожок. Участники Рамиль Заболоцких, Владимир и Дмитрий Одиганов. Прошу выйти, пожалуйста, сюда. И взять друг друга за ручки. Итак, отдельные аплодисменты Владимиру за его артистизм, за него! Аплодисменты его родителям за него, за Владимира! Определенные аплодисменты Рамилю за его качество и такую тонкость в элементах. Дмитрию за его жесткость. И правда, очень жестко. Итак, победила дружба. Ладно, нет.
Начнем с конца. Третье место по решению судей занял самый старший Владимир Масолов. Поддержим, он выложился. Второе место по решению судей стал Адиганов Дмитрий. И первое место Заболовский Храмиль. Итак, мы переходим к КФП Троеборью, а награждение будет после него.